Охренеть.
Блять, Клауд. Я потом как-нибудь напишу, когда уже пройду нормально. Это она сказала, что когда VR будет, тогда я и поставлю. Сучёныш! Да сучёныш!
Привет, я Вольф. Конечно, классно. О, хорошо вы собрались. Ай. Привет, Лутс. Да! Уже 16:47 сделал. Правда, там два раза умер на вас боссе. Да вот так. Ну-ну-ну-ну-ну. Кого, эту игру спидранить? Не, никогда у него не было. Блять! Только вспомнил за этот мотоцикл, ну жесть. Только вспомнил за него. Хотя у меня же, еще я буду. Короче, Б пытался, у него мировой рекорд. Говорит, пытался. Ха-ха-ха-ха-ха. 1800 трайв с плюсом.
Не, ну это я пытаюсь. Я не знаю, Вольф, сколько я помню, у него постоянно мировой рекорд. И постоянно он его там отвоевывает с кем-то. Кто-то побьет, он вернет. То есть сказать, что он пытался. Не знаю, мексиканца смотрю уже сколько? 2 года? Да, 2 года. Он не улучшал, он возвращал себе. Потому что забрали у него на 1 секунду. Зачем я подобрал этот нож? Разруливал бы сейчас их кастетами. Все. Ладно, так. Просто на боссе не будет этих. Просто 3 ножа в него. Пощади танк. Ничего, ничего. 4 жизни. Хорош! Да как ты в упор-то меня? Да как ты 2 раза в упор-то, сука? Ладно. Блин, сейчас если Боря меня ваншотнет. Боря, только... Да ладно, вы...
Сколько у него хп было? Хо-хо! Вы поняли? Да это жесть! Вы считали, сколько раз я его ударил? Вот это, блин, я не знаю, рандом в хп, это разрабы додумались. То ему 15 раз нужно делать, то 5 раз. Это просто жесть какая-то с хитпоинтами у него. Чи там какой-то критикал проскакивает, я не знаю просто. Ну, короче, саб 25 я сделал с первого трая. Саб 25.